как внутри ресторана, так и взять еду с собой. Каждый продукт упакован в индивидуальную упаковку и готов к потреблению. Большая часть продуктов размещена в холодильниках, в торговом зале. Система самообслуживания для горячей напитки и супы развиваются у работников на кассе. Мой борт – это визуальный ряд, на который я опиралась в процессе работы над проектом. Дизайн концепции разрабатывалась для международной компании, имеющей точки продаж во многих странах. Был создан некий прототип для дальнейшего локального развития. Поэтому проект выполнен на английском языке, как языке международного общения. Название Happy Eats отвечает всем поставленным требованиям. Оно довольно короткое, ассоциируется с едой, вызывает положительные эмоции, понятно целевой аудитории, ассоциируется на русском языке. У него нет однозначного перевода, но оно может означать пища, которой мы наслаждаемся, или что-то вроде приятного аппетита. Было несколько вариантов фирменного знака, остановились на последнем. Немножко его изменили. Фирменный знак представляет собой изображение киви в форме лампочки. Первая буква слова «Итс» представляет собой цоколь лампочки. Лампочка символизирует идею, а киви и зеленый цвет связывают эту идею со здоровым питанием. Слово «fast and healthy» переводится как «быстро и полезно», что отражает концепцию предприятия. Это постоянное слово компании. Еще разработан горизонтальный блок и юнитик. Используются два основных цвета – зеленый и красный. Зеленый цвет был выбран, потому что он ассоциируется с природой, натуральностью, свежестью. Красный цвет взят как дополнительный к зеленому и схожий по тональности. Также многие полезные продукты именно эти цвета. Для оформления продукции был создан паттерн. Для создания паттерна были использованы изображения всего, что может так или иначе относиться к ресторану и его концепции. Различные полезные продукты, посуда и часы. Разработка конкретной документации может его видеть в натуральном виде, бейдж и рабочки. Световое меню в ресторане. Вот так оно выглядит непосредственно. Может, также форма и корпоративная фотография. Используется одноразовая посуда, которая позволяет уносить еду с собой. В дизайне упаковки применяются два решения. Для бумажных упаковок используется паттерн и белая плашка с вирненным блоком. Для прозрачных пластиковых упаковок используются только наклейки сбоку и специальная наклейка на крышке коробки с названием «Дюк», чтобы оставить большую часть продукта. Работа со знаковой формой, с упаковкой, с движением. Готовы ответить?